Марли. Стандартная история нашей семьи. Марли. Когда мы сели перекусить, Марли в этот момент словно с нами за столом. Ну, привет. Сколько можно было тянуть, чтобы оказаться вот здесь? В общем, меня зовут Катя, мне 26, и я решила начать уже серьезно свой блог на YouTube. У меня есть для этого все: техника, видение, время, желание. Но почему-то я этого не делала. Пришло время. С чего же все началось? Я недавно была на трансформационной игре, куда пригласила меня мой коуч. И в игре мне предоставилась возможность смены профессии. С бизнес-тренера, а в данный момент я тренер по растяжке уже 9-й год. И неделю как назад я решила закрыть свой 3-месячный бизнес в виде фитнес-студии. Бизнес-тренер. Смена профессии на блогер. И вчера в один момент я решила возобновить свой блог в Телеграме. А сегодня утром решила записывать видео на YouTube. Ну, Инстаграм, запрещенная сеть. Ведение регулярное. Было, есть и будет. Посмотрим, что из этого сложится. Буду вам показывать свою жизнь, рассказывать, кто я, о чем я, что люблю, как вижу этот мир. Я очень надеюсь, что вам понравится. Ставьте пальцы, подписывайтесь и добро пожаловать в мою жизнь. Короче, помимо того, что я начала вести YouTube, я еще занимаюсь более активно своими рилсами в Инстаграме. Стараюсь делать разнообразные форматы, ракурсы. Посмотрим, что выйдет. Кстати, там в шапке профиля ссылки активные. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что на каждой отдельной платформе разный контент.